здесь трудно что-то комментировать, потому что, ну, во-первых, давайте по игре. Первый тайм был... Но если начало было хорошим, то после этого как-то потеряли нити игры и перестали играть то, что мы должны были делать. Очень было много, практически у всех, ну, ошибок в очень простых ситуациях. Да, то, что сегодня пропустили два мяча со стандартов, это непозволительно. Это непозволительно. Мы знали, что Десна умеет выжимать максимум из того, что есть, и даже чего нету, но они еще раз это доказали. Правда, не знаю, там, насколько момент с последним пенальти, ой, с последним угловым, была ли там перед этим игра рукой или нет, я не буду судить об этом. Это счет остался на табло, и он будет. Меня просто удивило одно, что я так после игры проходил мимо судейской, и поверьте мне на слово, там ликование было не меньше, чем в раздевалке Десны. Так что ничего, будем двигаться дальше, будем... еще очень много игр впереди, нужно готовиться и добиваться того результата, который нам нужен. Вам довелось обирати між Сиротою і Кадірі. Чому Попов не приїхав? Попов, к сожалению, получил небольшое повреждение перед самым на последней тренировке, и поэтому не смог. Но да, те проблемы, которые у нас были, возникли с отсутствием Миколенко, с отсутствием Попова, в какой-то мере, они, может быть, сказались Сидорчука, они сказались на том рисунке игры, который бы нам хотелось. Сидорчук вышел на поле, это додало Динамо в креативности, принаймні были створені дві 100% голевые моменты, варто пригадати и удар Циганкова, и то, как он распорядился моментом, віддавши м'яч на ДП, ну и то и далее, зробив майже. Нет, просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И здесь не важно, кто выходит на футбольное поле. Если они вышли, они должны делать то, что нужно для команды, все.